Всем привет! Мы на стадионе «Локомотив». Сегодня команда «Локомотив» и гости команды «Локомотив» тренируются. Тренировки проводятся два раза в неделю обычно, если, конечно, погодные условия позволяют. Это вторник и четверг. Вот. Также мы сейчас начинаем серию видео про то, как проводятся тренировки, что на них происходит, что отрабатывается и так далее. Сегодня видео нам это прокомментирует тренер команды «Локомотив». И в ближайшее время смотрите технические наши серии, где будут рассказываться про спидвейный мотоцикл, все нюансы и так далее. Ну что, а мы начинаем тренировку. Итак, господа, скоро начнется тренировка, но по трассе есть небольшие проблемы. И, соответственно, сейчас мы возьмем небольшой комментарий у тренера, он пояснит, какие проблемы и как они пытаются их решить. Ну, у нас сегодня запланирована тренировка, так как вчера шел целый день дождь и возникли проблемы с дорожкой. Так мы их сейчас вот пытались уладить, просто с трактором сгребли мягкую насыпку к забору. По-любому нужно провести тренировку, поэтому идем на такие. Это, в принципе, на гонках нельзя делать, но для тренировки можно, поэтому мы постарались так сделать. Грубо говоря, отрабатывая старт или что-то еще, чтобы было бы свободное место? Это как раз получается, что стартовый поворот, да, и довольно-таки опасно четвером стартовать, и просто, может быть, кому-то не хватит места, и это чревато травмами. Поэтому решили это все убрать, вот, как можно больше расширить поле действия для спортсменов. Вот, поэтому вот такие вот крайние меры. Ситуация у нас получается так, то что внутренняя часть у нас сухая, а именно наружная часть, то есть на ней можно подскользнуться, видимо, она очень влажная. И, соответственно, то есть, как бы, сами понимаете, зацеп меньше, и тебя больше может вынести именно в маты. Сейчас будут отрабатываться старты, вот, будут ехать два круга, то есть они стартуют и едут два круга, потом опять стартуют и едут два круга, то есть таким образом отрабатываются старты. После того, как они проехали два круга, они подъезжают своими механиками, и механики производят всякие манипуляции, например, там смазывание цепи, или же если это требуется, то есть там подтянуть цепь. На данной тренировке мы отрабатываем старты, и у некоторых болельщиков создаются вопросы, почему гонщики так долго готовятся к старту, копают себе, кто копает, кто что-то делает. Но это
принципе, индивидуально каждый спортсмен, как ему удобнее. Кто наоборот хочет немножко мягкого. Ну, во-первых, ищут все ровную колею, чтобы стартануть с нее. Дальше уже душе, кому удобнее присыпать эту колею, чтобы было мягко, кому наоборот ее вычистить, чтобы она была ровная и идеальная. Вот кто вообще пытается стартануть с ровного места. Это индивидуальный подход каждого спортсмена. Есть также разные треки, на которых, допустим, есть всего 4 колеи, по одной колее на дорожке, и они с них стартуют всю гонку. Вот. Ну, специфика дорожки называется. Ну что ж, очередная тренировочная сессия заканчивается, то есть как бы все выпускаются по группам, определенно заранее договорено. Их выпускают, они откатывают какие-то свои вопросы, то есть, например, там, насколько, то есть, как бы звездочка подходит к этому треку или что-то еще, чтобы получить лучший результат, соответственно. И когда это все заканчивается, какая-то сессия берется машина, ну, точнее, садится человек в машину и едет, поливает, чтобы не было бы пыли. Также у каждой сессии есть, то есть это уже определяет тренер, что они будут отрабатывать. Они будут отрабатывать старт, они будут отрабатывать одиночное что-то, то есть как бы прикатывать звезды, посмотреть, какая лучше звезда подойдет. Также самые всякие нюансы по настройкам двигателя. И, конечно же, отрабатывать старт, то есть насколько хорошо получается, надо или нет прикрутить сцепление, то есть как бы, чтобы оно более резко реагировало бы или более плавно. Сегодня мы уже закончили тренировку. В принципе, то, что я хотел увидеть, я увидел, но вопросы остались. У нас это одна из последних тренировок перед первым матчем. Так что придется делать выбор. Что ж, на этом тренировка заканчивается. Если у вас появились какие-то вопросы или вы хотите узнать что-то немножко больше, пишите это обязательно в комментариях, мы будем их читать, смотреть. И, конечно же, если мы сможем это осуществить, ваши пожелания, то это покажем, расскажем и так далее. Не забываем то, что у нас скоро начинается техническая часть видео, где мы будем рассказывать про экипировку, про сам мотоцикл и все нюансы, то есть трека и так далее. Так что увидимся скоро в новых видео. Все, всем удачи, всем пока.